И добро пожаловать, ребятки, у нас сегодня будет очень интересная игрушечка под названием Potato Peeler. Рубрика «Необычные игры», и это, не знаю даже как назвать, короче, в принципе, вы сейчас сами все увидите, это надо чистить картошку. Здесь нужно чистить картошку, да, смотри, значит, они как зомби на нас нападают, а мы должны вот так их чистить. То есть мы как будто их даже убиваем, я даже не знаю, вау. Значит, смотри, у нас показано тут, тут больше ничего нет в этой игре, кроме нас, вот с такой чисткой для этих овощей и фруктов, и... вот этой картошки, которая ходит. Кстати, мы тут можем еще довольно-таки, смотри, бегать. Вот, смотри, вау. Так, давай. Короче, будем чистить. У нас тоже тут отнимаются жизни. Но смотри, нам надо вот так как бы подходить и быстро, я не знаю, вот, чистить эту картошку. Блин. Картошка не хочет чиститься, вау. Ой, блин, их все больше и больше. Я даже не знаю, это, наверное, по типу зомби-апокалипсис картошка, что-то такое. Это довольно-таки угарно выглядит. Смотри, у нас лучше, я не знаю, как. Вот, я почему-то подхожу, и они меня грохают. Вот так. Так. Вау! Нас выкинуло. Круто, нас убили. Так, смотри. Значит, смотри, я еще не дорассказал тебе. Тут есть еще виртуальные очки. То есть, эта игра специально для виртуальных очков еще. Это очень прикольно. У кого есть виртуальные очки, они могут поиграть в эту прикольную игру и повеселиться тут. Это реально довольно-таки прикалывает. Значит, давай, картошка, иди сюда. Смотри. Смотри, как мы быстро бегаем, вообще просто носимся, просто носимся. Вперед! Бэм! Я убил тебя. Так, давай еще. В этой игре, кроме картошки и самих нас, ничего нету. Мы только чистим и чистим картошку. И мы чисто повышаем свою скорость. И чисто вот так делаем вот такой прикол. Так, тихо. Повышаем свою скорость, побиваем свои бывшие рекорды. Так, тихо. Картошка, опасная, опасная картошка. Я не знаю, у меня даже, когда я к ней подхожу, как-то... Где? Вот. Вау. Я зажал кнопку мышки. Вау. И нас выкинуло. Шикарно. Так, давай. Еще попробуем. Смотри. Интересно, вот хотел проверить, тут можно ли выпасть вообще? Я выпал. Офигеть, тут можно выпасть. Так, окей. Хорошо, тихо-тихо-тихо, картошка. Я люблю картошку фри. Давай, нападаем. Давай, сейчас вот так будем ее драть. Это, знаете, как будто ножик, и мы им вот убиваем каких-то непонятных сумасшедших картошек-зомби. Всех, ребятки, с наступающим Новым годом. Это очень круто. Вот такие у нас веселые игры. Вообще, смотри, чем я больше убиваю этой картошки, тем больше у нас... Смотри, я уже побил свои бывшие рекорды по чистке картошки. Офигеть. Смотри. Давай, 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 давай. Главное вот так обходить вокруг. Тихо, картошка нападает на нас. Это очень опасно. Смотри, смотри, смотри. Мы обманываем картошку. Так, тихо. Смотри, их просто куча. Просто куча. Тут мы даже уже не знаем, как сражаться против этой картошки. Офигеть. Давай, вперед. Вперед. Все, и нас убили. В принципе, ребятки, вот у нас сегодня была рубрика «Необычные игры». Это, короче, мы чистили сегодня картошку. Это довольно-таки круто. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Увидимся, услышимся. Пока-пока.